Повышенный уровень сахара – это довольно распространенная проблема на сегодняшний день, которая связана с употреблением пищи с высоким гликемическим индексом. Гликемический индекс показывает, в какой пропорции пища перерабатывается в глюкозу в крови. Например, за последние 80 лет в нашем рационе на 30% снизилось содержание медленных углеводов. И на 40% возросло количество пищи с высоким гликемическим индексом. Это произошло из-за того, что еда стала более дешевой. Люди стали потреблять больше пищи, особенно высококалорийной пищи, которая содержит много быстрых углеводов и обладает высоким гликемическим индексом.